В целом мысль понятна. Вот
смотришь на этих товарищей, которые так, теперь, когда мы смотрим на... Когда мы на них сейчас смотрим, можно сказать, что так, видите, они как раз вот находятся в состоянии вот этого замечательного персонажа, который мы сейчас вот в метро, хотя если вы этот ролик есть в YouTube, его можно спокойно найти. Он называется, не знаю, зачем его так назвали, что все-таки аутентично называется иначе. Будда зашел в метро. Да? Вот. Но Будда ли или не Будда, это вопрос вкуса. Смысл здесь заключается в том, что вот идея этих бессмертных заключается в том, что путь к бессмертию лежит через, ну, если хотите, немотивированную, бессодержательность, абсолютную радость. И в этом смысле нельзя сказать, что китайцы абсолютно оригинальны, потому что если мы обратимся, например, к индийской философии, то в ведах был замечательный термин, который невозможно было перевести на русский язык, потому что такого слова нет. Например, в русском языке есть слово «сострадание», это тогда, когда мы готовы вместе с другим человеком страдать, если ему плохо. Но у нас нет «сорадования». А в ведийской философии такой термин имеется, когда все, что жило на этой земле, вот чего там тучные поля, тучные там быки паслись на полях, и вот человек, который выходит на это поле, там прекрасное небо над головой, зеленая трава, все цветет, это радость, радость в самой жизни. Вот это уже есть повод для радости. Большего на самом деле тебе ничего не нужно. И вот эта идея о том, что на самом деле вот это пребывание в радости, оно и открывает тебе к этому пути. Но теперь можно было сказать так, что вот из всех возможных, с чего мы начинали, из всех возможных цветов, из всех возможных растений, почему-то были выбраны ключики вот из тех или из других. Вот сейчас мы чуть-чуть остановимся на тех, кто, на тех значит, ключиках, на тех символах, которые... Вот, например, в других языках есть слово «сорадость». В других языках не могу сказать. Я могу сказать точно, что вот из европейских, индоевропейских нет. Но, по крайней мере, его нет в настоящем. Может быть, они были в прошлом. Да, потому что вы знаете, что вот эта идея сострадания, она на самом деле пришла вместе с христианством. Именно против этого в свое время выступал Ницше. Да? Что, ну что же вы делаете всех людей, ну, слабаков, которые только готовы вместе с другим страдать, а как же радоваться. Да. Ну, в том числе нет. Итак, вот теперь смотрите, это, правда, признаюсь, это не китайский бамбук. В данном случае это японский, но китайский не был найден в хорошем разрешении. Но там почти китайский не хуже. Не китайский такой же, только картинки были похожи. Но просто чтобы для справедливости ради, это Киото. Но вот когда ты смотришь на этот бамбук, и когда ты понимаешь, что вот этот очеред, который тут вот, он на самом деле где-то в человеческий рост, тогда ты понимаешь, что да, у него действительно мог быть барабан бамбуковый. То есть это не просто какая-то там, да, вполне как бы, мог быть и барабан. И почему бамбук действительно? Что в этом растении есть такое, что из всех растений, которые окружали китайцев, именно это растение произвело вот такое впечатление? Ну, я бы здесь процитировала Брюса Ли, который когда-то говорил о том, что его больше всего удивляют два растения. Это говорит человек в 20 веке, да? Но он все-таки вырос из определенной культуры. Это бамбук и ива. Они гнутся до самого пола под ветром, но сохраняют свою стойкость. То есть, если мы хотим попытаться понять, почему китайцы выбирают ту или другую вещь, точно не потому, как она выглядит, а потому, что она означает. Потому что для китайцев все равно, прежде всего, как мы говорили, не столько вот эта внешняя форма, сколько то внутреннее содержание и то значение, которое приписывается этому культуре. Бамбук – красивая вещь, да? Ну, то есть, это красиво смотрится. Но не это главное. Для него главное, что у него есть моральные качества или качества, которые можно соотнести с тем, что может быть в человеке – стойкости. Стойкость, когда человек готов держаться, независимо от того, какие бы жизненные обстоятельства его не... Он даже, если нужно, и нагнется до самого, но выстоит, да? И вот точно так же, как ива, которая
для китайцев тоже имеет особое значение, и в традиции китайцев есть, такая, есть такой ритуал, что если люди расстаются, отламывают ивовую веточку. Вот. И там с этим тоже есть много чего интересного, но сейчас я по поводу ивы сейчас говорить не хочу, чтобы мы все-таки сфокусировались на нашем бамбуке. Ну и бамбук, как мы уже сказали, потому что вот он символизирует стойкость. Вот сейчас мы с вами чуть-чуть прикоснемся к китайской живописи и первым китайским художникам, которые, можно сказать, начали вот эту традицию, когда предметом изображения, объектом внимания является только бамбук, больше ничего. Вот, ну вот, я не знаю, как для кого, но для европейского человека все-таки вот такого рода изображение, ну, что? Тем не менее, для китайцев это максимально значимая вещь. Вот. Но я уже не говорю о том, что здесь есть текст. Значит, то, что мы сейчас видим, это художник Вэн Тун XI века. Вот он считается одним из основателей монохромного изображения бамбука, потому что до этого были и другие варианты. Вот вторая его работа. И здесь, ну, можно сказать, есть нечто похожее на композицию, потому что здесь, ну, совершенно иначе. Здесь есть представление о верхе, низе. Есть представление, что есть какая-то там условная линия горизонта, хотя ее не видно, но она как бы имеется. Вот. И следующий наш художник, с которым мы познакомимся, это замечательный Джао Ци Хэйцзун. О нем известно много. Он считается одним из родоначальников целого направления в живописи. Это так называемый стиль тонкого золота в каллиграфии и в живописи, потому что он не просто делал такие вещи, а там вот он как бы вплетал такой, изображал таким образом, что как бы вплетена как будто золотая нить. Он известен о том, что он был очень разнообразной личностью, что он занимался и чайной церемонией, и каллиографом, и музыкантом. И это и оставил в этом смысле прекрасные образцы живописи. Вот, вот тоже для европейцев представить себе такого рода изображение, вот, практически, если мы бы попытались описать эту картину и спросить себя, что здесь изображено, только небо. То есть крыша — это та часть дома, которая как бы уже относится к небу, да? Вот крыша, небо, облака и небожители, потому что кто живет в небе? В небе живут птицы. Из всех животных на Земле, из всех живущих на Земле есть небольшое количество видов, которые вот. И в этом смысле тут на самом деле вот эту вещь можно читать буквально как вот некоторый такой нарратив, некоторую историю. Да? Я уже не говорю, что колористически это, конечно, что-то. Его же каллиграфия Джао Ци Хэйцзуна. И кроме того, что это прекрасное образец, но здесь есть еще одна вещь, для чего стоит о нем поговорить. Все было бы хорошо, если бы он был просто художником, палеографом, музыкантом и мастером чайной церемонии. Ему не повезло. Он еще был 8-м императором династии Сун. Он настолько увлекся каллиграфией и живописью, что просто не заметил, как из кармана вывалилось целое княжество. То есть он успел потерять в течение своей жизни то наследство, которое он получил, просто потому, что он слишком увлекся живописью. Он практически занимался только этим. И в этом смысле это действительно особый пример, особый образец, когда это не просто увлеченный художник был, но он еще и должен заниматься государственными делами. Государственные дела подождали. Она оставила прекрасные образцы живописи и каллиграфии. Вот. Но спасибо тем, кто уже после него были, они все-таки восстановили потерянные. Это замечательный художник Ли Кань. Как вы видите, здесь уже совершенно другой подход. Уже нет никакого этого тепла, теплой этой фактуры. Вот. И опять же у нас есть только один персонаж. У нас есть бамбук. Все. Вот история о бамбуке. Больше ни о чем. Он же. Это у нас Кэ Цзюси.
Вот, и я, когда мы в прошлый раз говорили по поводу чань буддизма, я уже говорила, что на самом деле, когда мы говорим о тех или других каллиграфических или живописных работах китайских, мы должны помнить о том, что когда мы называем авторство, ну вот что касается оператора, там мы точно знаем, что там, что касается других художников, мы должны помнить о том, что это очень условное авторство, потому что для китайских художников было совершенно естественно начать какую-то работу, отправить ее своему другу, чтобы вдруг, если ему захочется, он может туда что-нибудь добавить, дописать. И в этом смысле потом, в конце концов, вот даже здесь видно, что эти вещи писались, вот каллиграфические тексты, да, что они писались, может быть, даже и одним человеком, но точно в разное время. Потому что они больше, меньше кто-то. Это совершенно естественно. Вот, те, кто вот были на лекции по поводу чань-буддизма, там был один замечательный тоже у нас Гу Хайджи, вот вчера он фигурировал на лекции у Саши по поводу комиксов. Вот. Вот известно, что этот Гу Хайджи, он был тоже большой любитель таких экстравагантных выходов. Вот. Он однажды послал свои работы каллиграфические и живописные своему другу вот с такой целью, чтобы он там дописал то, что он захочет, если захочет что-то. А друг решил над ним подшутить, вытащил все работы, оставил пустой сундучок, запаковал, поставил печать, и все было так, как будто бы было первоначально. Вот. И вскрывает этот сундучок в его присутствии. Открывает, а значит, работ нет. Вот. Что говорит Гу Хайджи? Да, говорит, бессмертные работы могут перемещаться другим способом. То есть он не растерялся, он не расстроился, он не спрашивал, о, ужас, украли мои работы. Бессмертные работы. Вот опять же бамбук. Здесь, правда, нужно сказать о том, что это уже немножко другая техника. Я в прошлый раз вам говорила о том, что в китайской каллиграфии есть два вида техники. Так называемая гунби и сию. Гунби – это тогда, когда, вот как мы здесь видели выше, четко выписаны все границы. А сию – это вот такая вот немножко экспрессивная манера, когда в довольно такой быстром… Вот, вот сейчас я попытаюсь… Вот, когда вот такие быстрые, свободные эти мазки кистью, и тоже следует сказать о том, что часто очень, когда одни художники писали о кисти других или просто восхваляли какого-то мастера, какие-нибудь знатоки живописи, то они говорили о том, что вот кисть этого мастера как ветер. Потому что мы уже говорили о том, что чем китайская живопись отличается кардинально от того, что мы привыкли на Западе называть живописью. Там же ничего нельзя исправить. Есть только одна попытка, один вздох, одно прикосновение кисти к бумаге, и либо этот лист живет, либо это приходится выбросить. Вот. И в этом смысле оно действительно требует от человека, который этим занимается, максимальной концентрации. Как раз вот тех самых качеств, которые воспеваются с помощью, в том числе, и того объекта, который изображается. То есть вот ты хочешь изобразить бамбук, стань бамбуком. Ты хочешь изобразить бамбук на ветру, будь ветром. Ты хочешь услышать, чтобы вот это, как бы слышать этот свист, стань свистом, который звучит в ушах. И тогда вот оно все ляжет. То есть это именно вот этот самый даосский принцип, о котором мы еще будем говорить, когда представление о том, что есть некоторая великая сила, которую назвать нельзя, и уловить нельзя, и помыслить ее трудно, и так далее, и так далее. Но если ты, станешь единым с этим силой, вот это переживешь вот это единение, великое датун, вот если ты переживешь, тогда все, что будет выходить из-под твоего пера, то из-под твоей кисти, будет именно то, как должно, да? То есть не то, как ты бы хотел. Вот почему здесь речь идет о том, что это не вопрос авторства, потому что этот художник изображать не то, что я хотел, не то, что я там задумал, а то, что должно быть. Вот, бамбук символизирует вот эту стойкость. Вот стойкость здесь должна быть. Вот это. И в этом смысле я могу сказать, что чем интересна китайская живопись для, опять же, для европейцев. Чаще всего, когда мы смотрим на европейскую живопись, мы прежде всего восхищаемся мастерством, и вот это действительно довольно сложная техника, которая в конце концов приводит к рождению, ну пусть там даже шедевров Караваджо. Здесь речь идет о том, что с одной стороны это делается довольно быстро, хотя к технике тут долго, но при этом у этих работ действительно вот то, о чем говорят все искусствоведы, потому что у них есть особая энергетика.
которые ты даже и объяснить не можешь. Вот я не знаю, как у вас, вот есть ощущение, что здесь есть вот прохладный ветер и, ну скажем так, открытое пространство, и вот этот один бамбук на ветру. И больше ничего. Вот. Для того, чтобы это сделать, как вот я уже говорила,